Доброго времени суток всем! Сегодня приготовлю легкий, нежный салат с кускусом. Для начала я распарю кускус, налью горячую воду, посолю, добавлю растительное масло. Вот прям, как видно, кускус очень быстро впитывает воду. Я еще немножко добавлю воды и закрою пищевым пакетом. Пусть набухает, пока я буду резать овощи. У меня помидоры черри. И если вы будете использовать обычные помидоры, то я рекомендую удалить серединку, так как салат будет слишком влажный, этого не нужно. Огурцы режу. Ингредиенты я подбирала на свое усмотрение, хотя я знаю, что существует очень много разновидностей салатов с кускусом. Пекинскую капусту. Буду использовать только мягкую часть. Оливки, можно использовать маслины, можно и то, и другое. Лимонный сок обязателен. Он придает салату такую приятную кислинку. Вот если вы попробуете сделать, вы узнаете, как это вкусно. Не менее важный ингредиент – это зелень, и ее можно ложить даже больше. Здесь у меня лук, петрушка. Заранее распарила изюм. Я так подумала, что если там есть и кислый ингредиент, то сладкий обязательно должен быть. Вот, кускус у меня уже готов. Туда я добавляю сушеную мяту. Можно добавлять свежую. Солю салат, размешиваю кускус и буду вводить частями сначала половину, размешаю, потом вторую половину. Поперчу обязательно. Масло можно использовать любое, какое вам нравится. У меня растительное. Можно оливковое, кунжутное. Какое душе угодно. Салат получается очень такой нарядный. Его можно использовать даже просто как самостоятельное блюдо. Он очень вкусный, нежный. Особенно оценила это моя дочь. Ей очень он понравился. Я желаю вам приготовить обязательно этот салат и влюбиться в него.